Но вот сейчас вытеснил Василевского из состава, у которого худший плюс-минус был в этом сезоне. А вот здесь момент! И что? По-моему, это гол, конечно. Дацюк забивает. Павел Дацюк добивает. И здесь опять отметим Макеева, который бросил по воротам. И здесь еще и Брукс Мейцик, естественно. Про Щемерова мы начали говорить, но главное не это. Там Георгий Белоусов и Макеев тоже отличились. И Павел Валерьевич, это его первая заброшенная шайба в этом противостоянии. Предыдущей встрече две голевые передачи.